Это очень печально на самом деле, потому что чем больше наши русские люди будут ездить за границу, тем больше они узнают про Европу и европейские ценности. Нельзя запрещать въезд никому. Наоборот, надо всех к себе. Короче, это крайняя позиция, не нужно это делать. Прекрасно. Я думаю, это просто здорово, потому что пусть им будет очень плохо. Потому что русские не привезут им денег вообще. Поэтому они останутся с голой жопой. Ничего не изменится. Это хуже только для стран, которые приезжали, люди тратили деньги. Это плохо для туризма, это плохо для людей, которые работали в сфере туризма. С точки зрения того, что в России что-то психологически изменится. Точно нет. Я думаю, то, что это правильно. Вообще, в принципе, реагировать жестко на происходящее. Нужно, к сожалению, страдают люди. Но опять же, в Украине еще больше страдают люди. Чем это русский виноват? Что такие? Ну, так идет и запрещено. Почему многие русские у нас здесь живут и в Таллине, и там без запрета к своим ездить или свои сюда ездить, это, я думаю, неправильно. И не виноваты русские.